Здравствуйте, уважаемые зрители! Осень 2021 года ознаменовалась новыми трагичными рекордами смертности в связи с нахлынувшей третьей волной вируса. Ноябрь продолжил печальную тенденцию, шквал смертей никого не оставил равнодушным. Уходят как простые люди, так и представители творческих специальностей. Вирус уносит жизни пожилых людей и совсем молодых. Многие артисты сейчас находятся в тяжелом положении. Врачи ведут борьбу за их жизнь. Среди них Анжелика Варум, а известный исполнитель Александр Серов проходит курс реабилитации после болезни, которую он перенес в тяжелой форме. Поэтому берегите себя, соблюдайте меры безопасности и старайтесь не посещать больших скоплений людей. Еще одна трагическая новость пришла сразу после того, как все узнали о смерти Нины Руслановой. Эта новость повергла в шок Леонида Каневского. Артист был близким его другом. Он уже принес свои соболезнования родственникам актера, назвав это большой потерей как для мира искусства, так и личной. На 78-м году ушел из жизни советский и украинский актер театра и кино, народный артист Украины Георгий Морозюк. Он снимался в кино, появился в таких картинах, как «Искупление чужих грехов», «Легенда о княгине Ольге», «Гибель богов».